Коллектив многофункционального клуба молодежных инициатив отметил десятилетие со дня своего образования. Сегодня молодежка Муравленко – это команда профессионалов, которые делают жизнь молодежи города интереснее и разнообразнее. Я работаю в МКМИ уже 5 лет. Я работаю в МКМИ уже больше 2 лет. На самом деле, считаю, что это серьезный срок. Я работаю в МКМИ уже 4 года, и для меня это хорошая возможность. Коллектив многофункционального клуба молодежных инициатив – это настоящая команда профессионалов. Здесь трудятся почти 40 активистов. Яркие, креативные и, безусловно, талантливые. Они всегда опережают время и делают жизнь молодежи города интереснее, увлекательнее и разнообразнее. Росла как ребенок, потом уже пришла как специалист. И сейчас я вижу, как мы выходим на какой-то новый уровень. Очень много было специалистов, которые свои знания передали, и я им за это очень благодарна. Теперь я передаю эти знания, скопившиеся, другим специалистам, новеньким. Мне кажется, меня научили всему. От организации проведения мероприятий до моментов с тем, как вообще коммуницировать с детьми, как работать с ними, как быть для них не просто сотрудником учреждения бюджетного, а реально семьей, которая может помочь в любую минуту. Именно здесь, в молодежном клубе, рождаются самые уникальные и масштабные творческие проекты, которые успешно реализуются в городе на протяжении последних 10 лет. Это фестиваль «Белые ночи», который собирает сотни любителей экстрима и альтернативной музыки. Молодежный форум «Код Ред», куда съезжаются ведущие блогеры страны, предприниматели и бизнес-тренеры. А соревнования по бамберболу давно стали визитной карточкой молодежки нашего города. За это время мы успели сделать очень многие крутые проекты с моими ребятами, с моей командой. И 10 лет сегодня, я понимаю, что это очень весомая цифра, очень значимая и очень сильные эмоции по этому поводу, потому что мы действительно здесь живем, это для нас второй дом, это место, где мы вместе развиваемся, переживаем какие-то моменты, мы растем день ото дня и с года в год стараемся делать крутые, значимые события для молодежи, для жителей нашего города. В честь юбилея коллектив Клуба молодежных инициатив удостоен почетных грамот и благодарности губернатора округа, главы города и городской думы. Молодежь нашего города отличается, вот, как мне кажется, тем, что вот вы необыкновенно заводные, вы умные, вы добрые, вы позитивные. Вот мне кажется, что вот всему городскому сообществу нужно ориентироваться на вас именно вот с таким настроем идти по жизни. Вот это очень важно, потому что вот когда ты вот так заряжен на хорошее, на добро, на конструктив, на то, чтобы менять жизнь к лучшему, вот тогда, собственно, и мне кажется, горы можно свернуть, и все вам будет обязательно по плечу. Вы у нас самые умные, самые веселые, самые находчивые, самые креативные, самые творческие. Ну, можно много юбилистов еще подобрать. Но я действительно поздравляю вас с первым юбилеем. Юбилей может быть даже немножко серьезным. Но радует то, что вы не останавливаетесь на достигнутом, шагаете в ногу со временем. И даже я вам желаю опережать это время, чтобы вот именно молодежь нашего города была впереди. Впереди как на уровне нашего любимого Муравленко, впереди на Ямале и впереди вообще нашей России. Сегодня в многофункциональном клубе действует 13 молодежных объединений. Молодых муравленковцев учат играть в КВН и интеллектуальные игры. Здесь развивают и развиваются творчески. Осваивают медиаплощадки, обучают вожатскому мастерству. Учат видеть невероятное в самом обыденном и уникальное в простом. Молодежка всегда держит курс на развитие. Возможно, ведем какие-то экстремальные мероприятия. Мне кажется, это очень востребовано и интересно у нас в городе. Возможно, мы привлечем людей из округа. Хотим провести в этом году уже в новом формате наши «Белые ночи», привести очень классных исполнителей, не скажу каких. Немножечко интрига должна оставаться всегда. Проведем несколько новых мероприятий, которые у нас никогда не проводились в рамках «Белых ночей». Ну, помимо этого, в нашей текущей деятельности мы ежегодно пересматриваем наше молодежное объединение. Всегда стараемся давать нашей молодежи что-то актуальное, новое. И сколько бы ни прошло лет, здесь всегда будет место для творчества и неиссякаемой энергии молодых и талантливых ребят, которые вместе делают жизнь молодежи города яркой, насыщенной и такой интересной. Ирина Бугрим, Анастасия Попова, Петр Князев. Новости Муравленко.